все-таки для москвичей наших остается водопад в приоритете. Да, Надь? По-любому. Да, поэтому мы так поехали. Я очень надеюсь, что мы еще попадем в Приморский край. Не край, край? Поселок Приморский. Приморский край — это вообще далеко. Туда нам сейчас не резон, да. Сейчас там ничего особого нету интересного. Поэтому сейчас мы поедем сначала на водопад. Так. Обещанное сколько ждут? 3 года. 3 года. Ну, 3 недели даже еще не прошло. Ну, мы поедем туда сегодня. После водопада, может быть, в Приморск попробуем. Или куда-нибудь другое место, где необычный песок, короче, на пляж. Ну вот что-то такое хочется, да. Не просто море. Причем что? Как-то погода портится. Не, это как кажется, это? Мы с Дербента, да? Когда ехали, да, там была ясная погода. А здесь в горах мы все, знаешь, сколько поднялись? Километра, наверное, 1,5 над уровнем моря, если не больше. Здесь такая бывает погода, да. А ближе к городу туда, там нормальная погода. Так что, друзья, мы сейчас отправляемся на водопад. Напоминаю, Ханакский водопад в Хучине, в Табасаранском районе. Кто не побывал, можете посмотреть по видео, потом можете поехать. Мы вам это место предварительно сейчас покажем. Друзья, поднимаемся на водопады. Спустились к крепости. Погода такая непонятная. Скорее всего, дождь будет здесь. А вот у нас в Дербенте нет дождя. У вас в Дербенте? Да, Дербент что, уже у вас, что ли? Да, именно наш. Короче, приватизировали Дербент. Говорит, у нас в Дербенте нету дождя. Вот так вот. Ничего не могу сказать. Слов нет. Лучше не говори. Хорошо. Кажется, мы приехали. Я не верю. Вон, папахи продают здесь. У меня уже есть папаха. Есть? Да. Какого цвета? Белая. Ты купила? Да, белая папаха и... Дагестанской ваты захотела? Ты знаешь, я только понюхала, мне достаточно будет, чтобы поправиться на 500 грамм. Поэтому я возьму лучше детям. Горный воздух, шашлыки. Как тебе? Запах шашлыка почула. А вот они там мангал поставили большой. Потому что Вика услышала запах шашлыка, а я почувствовала. Да? Да. Да. Я пока не показываю нашим зрителям водопад. Ну что, покажем водопад? Это нереально, конечно. Да? Конечно. Давай резко перевернемся, что? Вот так. Повернемся. Вот так вот, на фоне. Друзья, Ханакский водопад, Табасаранский район. Вот это красота! Что ты говорила? 3 года ждут. Вот водопад. Мы сейчас. Да, находимся. Я подождала всего 5 дней. Ну, это уже хорошо. Можно я здесь останусь? Такая красота. Здесь, ну, пока еще это гостиничный комплекс еще не достроен. Потом Но можно. Вы мне будете еду сюда на ослах поставлять? Есть такое? Короче, ставим Наде вон там, короче, этот палатку тебе поставим. Там будет $100. Кто нет, меня найдет, получит $100. Приз? Ты, да, опять конкурс устраиваешь? А что, почему бы нет? Где будем сыр тащить, хлеб и, да, ну, вода здесь есть, можно кипятить и пить воду. Просто сыр и хлеб. Понятно. Можно вообще без хлеба, только сыр. Хорошо, оставляем Надю здесь.
ощущение на водопаде? Забыла, да? Здорово, слушай, даже воздух другой. Просто супер. Обязательно нужно всем побывать. Обязательно. И не забудь помочить ножки.